Всем здорово, с вами Zero Zipox, и сегодня мы вновь поиграем в хоррор, который называется SCP Containment Breach. И сегодня у нас уже опять новая версия, это 1.3.6. Эта версия уже вышла достаточно давно. Дело в том, что я сильно заболел. Сейчас-то я почти как бы выздоровел, но все-таки та зараза осталась, чем я, собственно, и болел. Ну... Канал уже пустеет 3 недели, и я решил для вас записать заключительную серию этого прохождения. Прохождение 1.3+, так скажем. Ой. Так, 15 декабря и 24 декабря, по-моему, это сохранение. Вот. Я не буду вам сейчас абсолютно все показывать, я только покажу те комнаты, где мы не были, и покажу, собственно говоря, концовки. Ну и в конце вас ждет небольшой такой бонус. Мне писали то, что шанс получения Омни 1 к 500, и я хочу это проверить. Я буду читерить себе бесконечно карточки и сначала засовывать машину 10, потом 15, 20, ну и так, пока не выбью Омни-карт. Вот. Но это будет в конце ролика. Остановились мы здесь. Ну или не здесь, я не знаю. Я уже все забыл, где мы на самом деле остановились. Ну, сейчас я с вами вернусь тогда, когда найду ту комнату, где мы еще не были. Ну и, собственно, когда от деда убегу. Ладно. О, то, что нам нужно. Мы здесь еще не были, хотя эта комната была добавлена достаточно давно. Еще версия 1.2 с чем-то, но я в нее вроде не играл. Отлично. В чем, собственно, суть? Есть прожектора, и сейчас там будет происходить на экране всякая... Ну, ужасная вещь. Вроде бы нам надо подойти поближе. Но тут должны появиться эти тени. Давайте осмотрим эту комнату. И на всякий случай закроем вообще. А то мало ли всякие 173-е решат нас помутузить, так скажем. Давайте взойдем, что ли. А тут закрыто. Вот. Они начали появляться. Когда мы подошли поближе, они начали появляться. Но туда зайти вроде бы можно как-то. Так. Пока появилась только одна тень. Появилась вторая тень. О, теперь можно зайти. Но если мы зайдем, нас там угробит. На самом деле. Я на всякий случай сохранюсь. Смотрим за происходящим. О, смотрите, опять. What the hell? О, появилась еще одна тень. Что они делают? Опять открылась. Я надеюсь, они на меня-то не пойдут. Блин, у меня шачков-то нету. Опять закрылась. Дверь то открывается, то закрывается. Так, сюда можно нажать? О, по-моему, можно. Ага. Ладно, давайте попробуем рискнуть. Угу. Надо поймать момент и зайти сюда. Что они делают? Что это такое? Что с тобой происходит, парень?
Ну что ты делаешь? Мы зашли. Сейчас нас будут пиздить, да? Да, нас будут пиздить. Ну давайте, убивайте меня. Вот, собственно, и вся суть комнаты. В нее идти не надо. Вас тут просто убьют. Ну и чё? У меня еще были проблемы сюда, когда я шел. Я почему-то постоянно проваливался. Вот, наконец-то меня убили. Собственно, сюда идти почти нет смысла. Поэтому мы сюда не пойдем, и почему-то они пропали, лол. Надо бежать. Ладно, вернусь. Блять. Они там появились. Ладно, скоро вернусь. Ага, тут 173. Так, господа разработчики, нашел новый баг. Вы могли видеть, там был 173, но я остановил запись, потому что лагало. Вот. И такой прикол. Я шел и почему-то, ну, упал. Но я пытался вывести 173-го и потом за ним закрыть дверь. Вот. И шел и почему-то упал. Странный баг, еще такого не видел. Ладно. Вот почему-то здесь лагает. Вот без понятия. Сохранение у меня новое. Духов нету. Странно, куда он пропал? FPS почему-то очень жестко проседает. Но вы это место помните? Я здесь уже был. Ладно, постараюсь выжить. Ну что ж, это вроде здесь. Здесь также почему-то у меня приседает FPS. Ну, до 20, не до 3. Ну ладно. Хоть так. А, вот, Мишка-строитель. Собственно, вот, я квест выполнил, я от него бежал, но у меня кольца не оказалось. Но, в принципе, и без него справимся. Нафиг он нужен. Так, теперь я буду исследовать эту зону, поищу те комнаты, где я еще не был. В первой зоне осталось, по-моему, еще две комнаты. Но что-то я их не нашел. Либо не сгенерировалось, либо где-то в жопе. Это комната с картиной, на которую, если будешь смотреть, ты потом не сможешь отвернуться, и, собственно, ты проиграл. И, по-моему, какая-то комната с деревом. Вроде бы они здесь есть. Вот. А сейчас я буду исследовать эту местность, и когда же найду что-нибудь интересное, вам покажу. Ну что ж, господа, я нашел комнату с дедом, и в принципе я вам этот отрывок покажу, потому что... Ну как не показать? А то что-то мне скучно одному везде ходить, искать что-то новое. А здесь у нас карточка 5 уровня, а этот кадр важен. А то подумайте, откуда я ее взял. Так вот здесь. Ну что ж, это включаем, это включаем. Ломаем амуляшки.
Раз, два, три. Все. Собственно, вот так легко и запирается дед. До трех считаем, и все. Думаю, все уже давно выучили. Ой. Отлично. Ну что ж, давайте немножечко походим по второй зоне. Пока я поснимаю эти кадры, может что-то интересное произойдет. Пока я ходил, ничего интересного не было. Кроме парочку мест со 173. И тут где-то рядом скромник. Мы его, конечно же, включаем, потому что он нам помогает. Я не могу понять, куда, где он. Ой, здесь у нас лагает. Я вижу там склады, которые мы с вами уже, собственно говоря, видели. Поэтому пока ничего интересного. Я вернусь, когда, во-первых, лагов не будет. И когда что-нибудь найду. Так, здесь, в принципе, лагает. Так, ну что ж, здесь вроде бы не лагает. И это комната со скромником. Она важная, и поэтому я решил включить запись. Ну, собственно, тут ничего не изменили. Скромник, как и был скромником. Все страшно, да, лагает. Почему-то у меня игра реально тормозит. Она никогда у меня не тормозила. Это странно. FPS почему-то мало. Это либо у меня компьютер Fraps так не выдерживает, либо действительно SCP стал требовательнее. Я не знаю. Графику плохую не хочется ставить. Ты меня бить не будешь? Так, тут слишком звуки громкие. Я, пожалуй, сделаю все-таки потише. О, нормально. Ай, старый добрый скромник. Как же, я уже 100 раз это проходил. Это что? А, это духи. Духи, да? Не знаю, стоит ли сюда идти. Что-то не особо хочется. У нас, к тому же, нету очков. И батарейки тоже нету. Хотя они там есть. На самом деле. В складах. Давайте попробуем побырику взять. Черт, все-таки задел. Ладно, давайте попробуем полечиться. Но у меня там, наверное, будет лагать, когда я к складам приду. О, какие лаги. Хотя вроде не лагает. Так, где были эти склады? Это что там такое? Так, не сюда. Какие-то галлюцинации или чё? О, бля. Так, я сюда вернулся. Здесь должны быть батарейки. Они тут есть. Ой. Угу. Когда я их одеваю, у меня лагает. Ладно. Вернусь, когда пройду то место. Ну что ж, господа, я пришел в комнату с маской одержимости. Так, давайте проверим мою память. Five
7, 3, 1. Да, память меня не подвела. Итак, так. В жопу навигатор. Так. Ладно, что ты кипишушь? То есть это, орешь. Выпущу я тебя. Без проблем. Иди. Иди. Ай, умничка. Так. Так, здесь у нас дух. Он, кстати, всего один. На удивление. Может, как-то его вывести? Дух, я такой страшный, дух. Черт, надо тебя как-то вывести, братан. Хотя какой ты мне братан? Не, он меня ёбнет. На самом деле. Как-то вот через бок. Сейчас. Спринтуем. Отлично, прошли. Так, у тебя тут дружка нету, Нету. Вроде нету. В принципе, этой маски хватает надолго. Так, я нашел вот этот выход, но мне надо найти SCP-008. Вернемся, собственно, когда я его и найду. Ну что ж, мы вернулись. Это Room 008. Собственно, давайте для начала... Или что так? Все. Ну что ж, давайте возвращаться, что ли. Стоп, а мы здесь же были. А, конечно. Через сюда я прошел. А это просто похожая комната. Ладно. А здесь что у нас? Еще один выход? Стоп, я запутался. Ладно, неважно. Неважно. Ну вот и все. В принципе. Ищем электрический центр. Хотя, давайте походим здесь, может, что-нибудь найдем. Нет, здесь, в принципе, ничего. Вот, только вот тут, по-моему, что-то все-таки есть. Вот что странно. У меня раньше в этой комнате лагало, а сейчас спокойно 20 FPS. Конечно, это не так много, но вот. Как я и говорил, я просто немножко почитал. Хотя, в принципе, разницы-то нет особой. Это тем более заряжать надо. Поэтому нафиг. Так, здесь что-то еще. Вот. Записочка какая-то. Собственно говоря, все. Эта комната не откроется. Собственно, вот все, что находится в этой комнате, это вот в том углу точно такие же очки. Я просто думал, тут улучшенные. А хрен там был. Ну, давайте еще походим. У нас серия получится длинная. Все-таки бонус я сниму отдельно. Я просто хочу записать то, что Omnicard получить возможно. И сколько для этого надо потратить попыток. У меня там будет такой индикатор, сколько я раз пробовал там. Вы поняли.
Так, комната с косяками, но мы уже курили 100 раз, и у меня опять лаги, ладно. Вернемся, собственно, когда я что-нибудь найду. Так, я зашел сюда, вроде здесь FPS, это, собственно, следующая комната. Я прошел через лаганное место. Так, здесь у нас опять глазные капли. Хорошо. Железо нам не нужно, в принципе, давайте лучше вот это используем. Хотя можно обратно взять. Здесь только батарейки. Батарейки, в принципе, мне нужны. Ладно, пока походим так. Please remember to stay inside the evacuation shelters until the facility has been secured. Oh, это сюрприз. Так, короче, берем капли, используем капли и бежим просто напролом. Потому что там появились эти придурки. Видели? Он сработал быстро. Обычно они срабатывают медленно. Вот сейчас начнется, да? Так, здесь у нас 100% есть 173. Да бля. An announcement to all personnel. The lift to gate B has been locked down to ensure the safety of the upper areas of the facility. Please remember to stay inside the evacuation shelters until the facility has been secured. Отряд карателей за мной выехал. И мне еще, знаете, что писали? Что тут много камер, и я на них палюсь. В принципе, я это и сам понял, но спасибо за заметку. Так, это у нас назад. Видите, два выхода все-таки. Нам надо найти электрический центр. Видите, вот камера. Меня спалила. Серия у нас, наверное, получится длинной. И опять лаги. Да сколько ж можно? Ладно, вернемся, когда лаги пройдут. Сколько раз я это уже повторю? Так, господа, снова нашли аптечный пункт. Тут на самом деле есть одна вещь. А тут вообще лежит аптечка. Что-то он не хочет вставать. Ну ладно. Так, что это такое? Это шприц. Он как бы нас лечит, но он дает кучу дебафов. Он ухудшает выносливость и так далее. Его еще можно улучшать. Давайте тогда попробуем спиздить вторую. У меня еще есть слот, оказывается. О, мать твою. Ну и останется там. Ну, ё-моё. За мной погоня. Either find a safe area or go into one of the many evacuation shelters inside the facility. О. Нихера себе. А тут что-то есть? Чё, нифига? И зачем эта комната? Странно. За мной уже во всю погоня. Ну ладно. Серия, наверное, получится длинной, но она заключительная. Пока в SCP играть не буду. Тебя здесь нет, да? И хорошо, что тебя здесь нет. Ой.
Опять, он нам показывает сюда. Этот чувак, он нам всегда помогает. Или он показывает налаганные места. Это что такое? Так, господа, знаете, что произошло? Я сюда вошел, и на меня там белый газ. Ну, пошел. Но он меня не убил. Вроде как не убил. И потом двери открылись. Чё за хрень? Непонятно. Так, опять лаги-то еще есть. Иду дальше. Иду дальше. Что-то очень долго лагает. Я нашел ворота А. Но они работать не будут, как я полагаю. Ну что же, господа, я нашел электрический центр, и у меня здесь, слава богу, не лагает. Поэтому можно снимать. У меня почему-то в третьей зоне вот очень плохо идет. Вот реально проседает очень часто. Странно это, на самом деле. Что-то меня развернуло. Да-да-да-да. Все по новой. Господи, я так долго уже играю в эту игру. Для вас, может быть, не так долго, хотя серия все равно получится длинной, но все равно. Давайте проверим, что там, и я возвращаюсь к компьютеру. Так, тут лифты, понятно. Так, тут Tesla Gate, я это помню. Так. Доктор Мейнард. Но у меня от тебя нету ключа. И опять тут залагало. Вот у докторов всегда лагает. Это странно. Ну что ж, я возвращаюсь к компьютеру. Не знаю, сколько мне это времени займет. Постараюсь как можно быстрее управиться. Комната с компьютером была в этом выходе. Я нашел еще один вход во вторую зону, как бы, и здесь только этот ебаный компьютер. Как-то это странно. Не находите? Так, здесь у нас хорошая музыка. Ну, звуки. Ну, такая, особенная. Вот, большой респект разработчикам, потому что во всех теперь всяких комнатах с машиной, с компьютером есть как бы своя атмосферная мелодия. Ну, тут все по старинке. Ага, 4 FPS. Ладно, вы этот ролик уже 100 раз видели, поэтому он здесь говорит то, что... Бля, ты меня бесишь. Он здесь говорит то, что... Привет, человек, я то-то. Я хочу, я могу тебе открыть дверь, ты... Контроль дверьми, пожалуйста, ну... Открой, то есть надо сейчас вернуться назад в электрический центр и, собственно, опять этот рычаг повернуть на он. Ну, тем самым мы ему поможем, и он, собственно, поможет нам. Вы это уже 100 раз видели, поэтому вернусь так, когда, собственно, и дойду до этого электрического центра. Я уже очень устал записывать эту серию, аж заговариваюсь, думаю, заметно. Что ж, мы возвращаемся. Он нам все сказал. Мы сделаем. Но это долго, сюда я добирался очень долго, поэтому ну нет смысла это показывать, это реально очень долго. Ладно, скоро вернемся. Что ж, я нашел какое-то очень странное место. А, это с газом вроде. Наблюдаем. Вот, я это уже находил. А там-то что? Как туда попасть? Я как полагаю, это будет все время, да? О, здесь еще один проход есть. Дверь открыта. Она должна быть тут открыта. Странно. Какой-то сломанный. Сюда даже не войти. Окей.
Ладно. А, вот и гейт бит, собственно говоря. А я-то думал, что за странный проход, блядь. Ай, ты что-то пиздишь много? Я уже тебе все сделал, а ты, блин. Давно, кстати, не видел 173-го. Честно, я не снимал, когда с ним воевал, но он появлялся в таких очевидных местах. Вот, собственно, опять звуки. Ну, громковато, реально. Смотрим изменения. Ой, мы, кстати, боеголовки не включали, поэтому будет бум. Концовка взрыва у нас должна быть. В чем наглел? Черт. Мать вашу. Чё? Чё за ошибка? Чё за прикол? What the fuck? И у меня что-то не загружается, лол. Так, разработчики, короче, гейт би сломан. Ага, вылетело. Охуенно. Чё? Лол. Лол. Ой, какой бред. Странно. Очень странно. То ли концовка Б сломана, то ли я слишком часто быстро побежал. Не знаю, господа. Снимаю я уже, кстати, целый час. Даже чуть больше. На дворе, если что, 25 января. Это так, видео, может, выложу позже. 4 часа, 25 января. Ну, 4 часа дня, естественно. Давайте попробуем еще раз. Вот сюда. Я как полагаю, здесь везде нужен 5 уровень. Ну, потому что это логично. Все-таки ж выход. Попробуем еще раз. Какие-то ошибки. Хотя я версию обновил. Ну что ж. Ой, здесь зима. Сейчас будет бум. Это, кстати, ящер сделал, кто забыл. Давайте бум, 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 бум. Ну должен быть бум, я не отключал боеголовки. Бабах, бабах, где мой взрыв? Бам. Если бы я отключил, на меня натравили бы газ. This is it.
Ну что это за ошибка, господа? Blizzard 3D Error Details in Error Log 0.txt. Ну, и здесь у меня 3 FPS, прикиньте. Вот у меня здесь 3 FPS. Что за... Блин. Я игру прошел. На самом деле, Юдит. Чё? А, не знаю. Это я прошел или не прошел? Без понятия. Ладно, попробуем концовку А. Сейчас у нас опять вылетит и опять начнет загружаться. Эй, Сипи. Что с тобой происходит? Раньше, когда был взрыв, ты как бы прошел. Там тебе ачивки показывали и так далее. А тут какая-то хрень. Ну что ж. Ладно, что-то с игрой не так. Так, я загрузился. Что? Чё это такое? The end. И чё? Это что такое? Я типа прошел. Господи, что с игрой не так? Слышали, компьютер? Я не знаю, как это объяснить, у меня игра сломалась. Вот просто полетела к херам собачьим. И даже в меню не выйти. Это типа... О боже. Ладно, попробую перезагрузить игру. Что ж, господа, я перезагрузил. Давайте пока немножко побеседуем. У нас прохождение 1.3.6 или... Нет, у нас прохождение 1.3+ называлось, да. Вот. Подходит к концу. В принципе, мне новые версии 1.3 более понравились, конечно же. Баги есть, к сожалению, есть, куда же без них. Надеюсь, что в скором времени они все прям пропадут и прям игра будет целенькая. Хотя без багов игра выглядит не такой загадочной даже. Поэтому не знаю. Ой, что ж, я возвращаюсь в гейт А. И мы там продолжим съемку. Собственно, я и здесь. Смотрим на... Ага. У нас концовка такая. За нами сейчас придут. Потому что деда мы заперли. И он, собственно говоря, не вылазит. Вы эту концовку должны знать. Птица? Ну вот, собственно, и все. Вот какой у нас экран должен был появиться, а что-то с концовкой Б произошло не то. И что-то я комнат не так много повидал. Хотя, в принципе, почти все обошел. 94 из 108. Нормально, я думаю. Документов вообще не собирал, нафиг они нужны. Так, господа, у меня почему-то вылетело. Это странно. Ну, бывает. Ну что ж, прохождение у нас подходит к концу. Это было прохождение 1.3+.
Я, конечно, не знаю, может дальше будут выходить версии 1.37, 1.38, 1.39. Нет, я их проходить не буду. Я буду уже проходить версии, начиная 11.4, когда выйдет. У нас, то есть, следующее прохождение будет 1.4+. Неизвестно, когда это все выйдет. Ничего не знаю. Буду ждать. Ну а пока мы заканчиваем. Мне это прохождение очень понравилось. У нас получилось 12 выпусков. И будет еще один бонусный, где я попробую выбить Omnicard абсолютно в рандомном мире. Ну, чисто попробую, там теорию составлю какую-нибудь, сколько попыток сделаю, посчитаю и так далее. Но это будет потом. Собственно говоря, а основное само прохождение, оно уже закончилось. Мы повидали многое. Мы повидали баги, мы попугались, поорали. Может, я, кстати, сделаю хорошую нарезку, не знаю еще. Но пока 12 основных эпизодов. Вот. Кто их не видел, ну, с самого начала, то обязательно посмотрите. Поначалу я очень тупил, боялся, кричал, пугался. Очень сильно я пугался нынче. А так потом привык и стало, собственно говоря, все легко. Хотелось бы, чтобы исправили баги с падениями, с вылетами и вот тот баг, который вы видели на экранах. Вот, с концовкой Б. Такие вот пироги. Обновление отличное. Буду ждать новое. 1.4. Когда оно выйдет, сразу же начну прохождение. Вот. А с вами был ZeroZipox. Подписывайтесь на канал, оценивайте видео. Вступайте в группы ВКонтакте и по ICP в мою. Там всегда все новости т.д. и т.п., интересные статьи, ну и так далее. Ну что ж, всем удачи, всем пока. До новых видео.